Всем салют! Вы на канале Тренер Хапаев. Я показываю сейчас движения ногами, которые вы можете проверить самостоятельно и посмотреть, насколько хороша у вас ротация, насколько хорош ваш баланс, насколько вам не мешает ваш коксоартроз выполнять эти упражнения. Если у вас коксоартроз или гоноартроз, то, в общем-то, эти упражнения можно делать как тренировочные. Только каждый выполняет это на своей высоте в соответствии со своими физическими возможностями. Замечательная зарядка утренняя, можно это делать как тестовое упражнение, проверять себя там раз в недельку, а можно это делать каждый день, выполняя по несколько подходов. Вот сейчас я делаю буквально 3 минуты данное упражнение. Если я сделаю 2-3 подхода, это получится минут на 10-15 хорошей разминки. Более подробно, конечно, лучше заниматься со мной в группе, чтобы вы понимали, для чего эти движения делаются, какие мышцы работают при таких движениях и чего вы достигаете. Данные движения хорошо заменяют вам любые утяжелители, работу со штангой, потому что тут и баланс, и статичная нагрузка на опорной ноге, когда вы стоите, и динамичная нагрузка той ногой, которую вы двигаете. Работают и коленный, голеностопный сустав, тазобедренный сустав. То, что доктор прописал. Не стесняйтесь, переходите по ссылке в группу, записывайтесь, пишите мне в личные сообщения. И после собеседования мы решим, что нужно вам участие в группе или не нужно. У нас, ребята, только два пути – или пить обезболивающие, или тренироваться. А выбор всегда за вами. Напоминаю, что у меня правая нога сейчас опорная, коксоартроз второй степени, левая нога, которая двигается, стоит эндопротез, который поставлен год и 3 месяца тому назад. Вот так уже потихонечку разработал. Оперированную ногу, и пока вторая степень тоже работает, меня особо не тревожит. Если даже не в группу, то просто подписывайтесь в контакты, потому что там больше информации, больше тренировок я выставляю, поскольку там нету цензуры, как на ютубе, потому что на ютубе музыкальное сопровождение не разрешают, ну и там свои какие-то ограничения. Все, всем пока, обнял, прижал и жду вас, гости.